Да ты урод, ты знаешь, сколько времени? Виноват. Признаю, виноват. Проходи уже. Хочешь прикол? Какой? Фу, блин, ты дурак, что? А вы когда-нибудь видели Дана голым? Дан! Что случилось? Я только что взвесилась и узнала, что я снова поправилась. Ну ты прикалываешься. Ну посмотри, какая ты худышка, для чего? Правда? Конечно. Очень хорошо, вообще шикарно. Да неужели ты не замечаешь, что я поправилась? Не придумывай, ну смотри на себя, ты стройная. Так, спокойно, спокойно. На тебе просто зимняя одежда, и она объемная. Так ты стройная, ты лучшая. Давай без этого, хорошо? Правда? Да. И вот так вот постоянно вот. Милый, я жирная. Нет, милый, ты не жирная, ты самая стройная. Бесит уже. Ну, чувак, так есть лайфхак. Какой? Скажи, ну да, ты жирная. Что, прям так и сказать? Ну да, так и сказать. Я решила на сегодня порадовать и заказала на ужин пиццу. Куда тебе еще? Ты же так жирная. Чего? Дорогой мой, кушать идем. Все, не могу больше. Боже мой, дорогой, ну немножечко же осталось. Все, не могу, хватит, все. Ой, я так старалась. Куда ты в таких брюках пойдешь? Бабушка, ну мода такая, понимаешь? Так ты же замерзнешь. Все, 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 не замерзнешь. Ну хотя бы шапочку надень. Ну хотя бы. У меня сейчас прическа испортится. Нет, все. Возьми трубку. Ну возьми трубку. Бабушка, что ты мне каждые 5 минут звонишь? Там все нормально, все, встань. Блин, у меня 18 пропущенных от бабушки. Как же она меня бесит просто уже. Ты нормальный? Нельзя тогда. Что случилось? Да вот двое ворвались, нас ограбили, нищ по голове стукнули, а я тебе звонила. И как же она меня бесит просто уже! Но! Чё, я сломал систему, да? Этот год будет мощным! Мощным! Мужики! В новом году я начинаю новую жизнь! Я уже сходил в зал и буду ходить каждый день! В новом году я перестаю смотреть сериалы! Я перестаю смотреть фильмы! Буду работать, работать и еще раз работать! Кто со мной? Мы с тобой! Твою мать! У меня же зал на первом этаже.
Блин, так лень. Да ну на... Ну ничего, ничего. В следующем году все начнут. Ну что такое? Расстался с девушкой, скоро сессия, жить говно. Да что? Ты же молодой, у тебя все еще впереди. Вот именно, молодой. Внучек, подойди сюда. Открывай. Вперед, вперед. Бабуль, а это мне зачем? Ты же твой лучший друг. Позвони. Доброе утро, дорогой. Спасибо тебе большое. Ребята, молодость у нас одна, запомните это. Да, а кто у нас красивая принцессочка? Иди, иди, иди. Ну чё, как там наша принцессочка? Дайте им потрогать. О, Даниэла, подождите. Алис, а кто у нас мужик? Кто у нас мужик? Кто? Я. Да, тогда оплачивай. Пошёл ты. Молодец, мужик, молодец. Да ладно тебе. Да, а кто у нас принцессочка? Сиди в жопу. Иди, иди, иди. Это не смешно. А по-моему, очень смешно. Простите, молодой человек, а можно с вами познакомиться? По-твоему, это смешно. Как вас зовут? Стой! Подбеги, пожалуйста. Алис, Алис, кто у нас мужик? Я. Ты молодец. Вперед, сама тащи. Как тебе? Да, тебе меня совсем не жалко. Вообще, ну ты же мужик. Жди. Приглашаю тебя сегодня на свидание. Время и место вышли смс-кой. Хорошо, до встречи. Он позвал меня на свидание! Бро, модно, стильно, молодежно. Принял. Все нормально? Алло. Блин, Алис, так скучно. Может, приедешь ко мне? Да, окей, сейчас приеду. Привет. Привет. Я еще подругу позвала, ты не против? Да нет, не против. Ой, это, наверное, она приехала. Алиса! Ребята, я в туалет хочу. Живая очередь. Ну, он дух. Никит, поставь на место. Ребят, кто будет пиццу? Все, хватит! Берите свои вещи и валите отсюда. Что за музыка там, а? Братан, ты что делаешь? Это что, братан? Ладно, не будем мешать. Да, ну ты же перебор, братан. Что делаешь? Где это, брат? У меня с девушкой свидание. У меня с девушкой свидание, брат, уйди по-братски. Психиатр по марту уже, братан. Не, брат!